Привет, шкодоводы, с вами Стасен. Сегодня расскажу про лайфхаки зимнего периода эксплуатации по Шкоде. Ну, точнее, это будут просто вещи, которые помогут вам облегчить свою жизнь, беречь свои нервы и не потратить лишние деньги. Сперва-наперво, что у нас в зимнее время самое страшное в нашей Шкоде? Как пишут в интернете, это плохой прогрев салона. Но как этого избежать? Все легко и просто. Заводим машину и ставим рециркуляцию воздуха. Салон нагреется гораздо быстрее, чем просто будете гонять воздух с улицы. Буквально через 3 минуты будет уже идти теплый воздух из дыховодов, который можно греть руки. На простом прогреве я при минус 15 просто включал без рециркуляции. Через 5 минут, 6 минут уже можно греть руки, но при рециркуляции 3 минуты будет горячий воздух. Далее, что у нас еще бывает? Вы все боитесь, что у вас перемерзнут дворники. А так как капот у нас закрывает часть дворников, их как бы нельзя поднять. Что нужно делать? А все легко и просто. Выключаем зажигание и держим вниз дворники. Дворники поднимаются в сервисный режим, и их легко можно отогнуть, если вам так нужно. Спокойно отогнули их, и уже вам ничто не мешает. Обратно они вернутся при достижении скорости в 10 км в час. Ну, на крайняк, если уж вам этого ждать неохота, можно просто рукой взять и поставить их на место. Как сейчас сделал я. Далее, что у нас еще какие проблемы? После мойки у нас замерзают зеркала. Зеркала сразу же нужно продуть обязательно. После того, как вы их продули, необходимо еще раз сложить зеркала, потому что даже продутые зеркала, вот здесь вот будет обледенение. На скорости до 5 км в час зеркала еще можно сложить и без проблем просто сломать лед, который здесь еще останется. Даже после продутия все равно остается вода. Далее. Естественно, продуваем ручки, потому что все это, по-моему, подмерзнет. Как советую делать на мойках, силикон я не советую делать, потому что мне один из дилеров рассказал, что у них есть четкое предписание, запрещающее что-либо смазывать в автомобиле силиконовой смазкой, так как она при попадании на лакокрасочное покрытие не смывается, как там указано у них, и ухудшает все работы с лакокраской. Просто протираем тряпочкой резиновый уплотнитель, так приоткрываем дверь, промерзает, и ничего с ним никуда не прилипнет, все будет нормально. Далее. В зимнее время многие беспокоятся, что их омыватели фар вылетят, замерзнут или сломаются. Ничего бояться не стоит, омыватели фар работают только при включенном ближнем свете. И даже при большом обледенении у меня все спокойно выходило и заходило. Но если кому нужно, я в следующий ролик покажу, как их можно вообще отключить или просто сделать, чтобы они работали при долгом удержании брызгалки омывающего стекла. Да, еще какой у нас косяк есть по машинке, что поможет вам сэкономить деньги. Это наш лючок бака. В лючке бака, кто уже смотрит мой ролик давно, есть дополнительный механизм от Audi. Вот после моек он забрызгивается водой, попадает туда много пара, и он выходит из строя. После мойки обязательно его продувайте, иначе, по-моему, выйдете на бабки. Насколько я помню, у дилера он стоит 2000 рублей еще тогда, когда мне меняли. А если сломается, вам придется делать много операций. Ну, посмотрите мои ролики, там все рассказано. Вот такие лайфхаки я вам рассказал. Кто знал, молодец, кто не знал, теперь знает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и расскажите, что вы еще знаете про машину. Людям будет полезно, познавательно. Участвуйте в нашем проекте, наш Шкода А8. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вирусы, до свидания.